Renault Captur. 2021 года выпуска. Пробег 42 тысячи километров. Полный привод. Бензиновый двигатель объемом 1,3 литра. Мощность двигателя 150 лошадиных сил. Автоматическая коробка переключения передач. В комплектации автомобиля. Отделка рулевого колеса кожей. Тонированные стекла. Противотуманные фары. Бортовой компьютер. Датчик дождя. Датчик света. Обогрев зеркал. Активный усилитель руля. Многофункциональное рулевое колесо. Розетка 12 вольт. Камера 360 градусов. Электрообогрев форсунок стеклоомывателей. Обогрев лобового стекла. Крепление для детского кресла ISOFIX. Подогрев руля. Подогрев передних сидений. Дистанционный запуск двигателя. Зеркала заднего вида с электроприводом. Электроскладывание зеркал. Передние электростеклоподъемники.